Всем привет! А мы сегодня находимся в Сысерском районе. Это Свердловская область. Смонтировали в таком живописном месте купель из лиственницы. Диаметр у него 1,80 м. В данном варианте мы используем термокрышку. Значит, что это такое? Значит, это полностью заводское изделие из специальной эко-кожи. Юбка, закрывающая край. Здесь она прикручивается. И потом, чтобы снять, отцепляется вот так вот. Это остается на месте. Имеются ручки для удобства, чтобы можно было крышку убрать и за ручки ее снять. Рекомендуем такой вариант крышек всем с размером купели до 2 метров. Но это у нас ходовая модель 2 метра, поэтому только такие крышки. Деревянные служат меньше, их необходимо красить, они темнеют, их коребит. Влага, постоянно дождь, но очень нехорошо влияет на них. То есть самый лучший вариант — это вот использование вот такой термокрышки. Стоит она немного дороже, но прослужит она значительно дольше. Что еще? Дальше мы планируем проливку. Ну и, собственно, монтаж на этом у нас сегодня закончен.